помощник и покровитель. К Богу постараются стать ближе православные во время Великого Поста. Он начнется в понедельник. Люди не только на время откажутся от скоромной пищи и развлечений, они сразятся со своими страстями, очистят души покаянием. Христиане будут больше молиться, чаще участвовать в таинствах и, конечно же, совершать дела милосердия. Богослужения поста отличаются от обычных, так в первую неделю в церкви служится великий покаянный канон Андрея Крицкого. Чтобы люди могли успеть на него с работы в храмах, расположенных в центре Хабаровска, он будет начинаться в 18 часов. Ее номинантов выбирали с помощью анонимного голосования. До последнего дети не знали, кто ее получит. Стипендии «Доброе сердце» вручил митрополит Артемий подросткам, которых называют трудными, воспитанникам Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Когда мы находимся на земле, говорят святые отцы, это училище благочестия. Я очень рад, что вы находитесь в этих стенах, вы друг друга поддерживаете, ваши преподаватели вас также и учат, и заботятся о вас. Это большое дело. Это большая миссия, потому что нет больше любви, когда Господь говорит, что душу свою положит за други своя. Поэтому всегда не обижайте друг друга, поддерживайте друг друга. И тогда, говорит, где мир, там и Господь с вами. Леган был отъявленный, теперь другой парень. Но мы всегда идем рядом и с помощью Божьей. Мы, взрослые, смотрим на вас, удивляемся и радуемся. Как вы из маленьких хулиганов становитесь прекрасными, красивыми, зрелыми, взрослыми членами нашего общества. Стипендию Хабаровской епархии «Доброе сердце» митрополит вручает третий год подряд. Она достается тем, кто старается стать лучше, преодолеть трудности, а еще помочь ближним. Здесь воспитываются почти 100 так называемых трудных подростков. Им помогают психолог, врачи, дети по желанию посещают храм. Кстати, недавно центр запустил проект, его воспитанники начали помогать детям-инвалидам из поселка Березовка. Взяли шефство и над интернатом для престарелых. Регулярные богослужения начались в храме равноапостольного князя Владимира. Святое место находится в северном микрорайоне на остановке депо 2. Здесь пока сделана временная церковь, большая, постоянная будет строиться. Здесь вот вроде маленький такой вот вагончик, а какая-то благодать такая прям неимоверная. Так, очень душевно, по-семейному, уютно. Ну, все-таки Владимира, как князь Владимир, почитание его, это наш, так сказать, ведущий князь, который, так сказать, сделал нашу Русь-то, какую православную веру-то он нам, крестил нас. Богослужения во Владимирской церкви сейчас совершаются по субботам, воскресеньям и в большие праздники. Параллельно идет работа над проектом Белоснежного каменного храма. Он будет располагаться немного ниже временного, там, где сейчас лесополоса. Место находится на въезде в город, рядом с мостом, который ведет в Еврейскую автономную область. Золотые купола будут хорошо видны и со стороны города, и со стороны Амура. Настоятель просит хабаровчан о помощи. Молитвенная в первую очередь. А молитва в смысле, что просто люди молились, чтобы храм строился? Конечно, да. Чтобы, да у Бога же все просто, мы как-то все усложняем там. Как помолиться там, что, ну, вы как с отцом разговариваете? Ну, просто же все. Ну, что-то нужно, пришла папа вот так, у меня вот такая проблема. Мне нужно вот это. Ну, и у нас тоже. Говорю, Господи, вот папа вот так. А потом мы, конечно, будем рады любой и материальной, и финансовой помощи. Храм строится на средства благотворителей. Основной из них – дочь убитого известного хабаровского мецената Владимира Фукалова. Равноапостольный князь Владимир является его небесным покровителем. В идеале, если всю эту землю брали еще с учетом того, что здесь возможно быть полноценной школе средней. И земля для этого, да, она выделена тоже. Ну, со средствами пока у нас, ну, как и везде, да, сейчас со средствами очень туго, поэтому, ну, надеемся, что с Божьей помощью, молитвами
нашего небесного покровителя, как-то все управится. Храм рассчитан на жителей нескольких микрорайонов. Депо 2, трехгорный, памятником морякам-амурцам и микрорайона в народе именуемым «Серой лошадью». Сейчас идет работа над проектной документацией. Если позволят финансы, строительство начнется весной. В краевой столице на службах будет звучать и язык Амура. Евангелие на нанайском языке передано Хабаровской епархии. 130 экземпляров Священного Писания отправил на Дальний Восток Институт перевода Библии. Подготовить издание для аборигенов помог и местный житель. Я даже не подозревала, насколько это серьезно. Я даже не поняла, куда, во что я ввязалась, если по большому счету, да? Разговорная речь, да. Знаете, вот давай, да? Вач гофо фан биси. Вот это я, конечно, могу. Хаон миси, да? Размышления, молитвы, это же, я не знаю. Маргарита Завалишина – носитель языка своего народа. Она же является методистом Краевого института повышения квалификации педагогических кадров. Вместе с сотрудниками Института перевода Библии она трудилась над изданием Евангелия от Луки для нанайцев. Для современных аборигенов адаптировала труд, который вышел в 2012 году. Большинство нанайцев сейчас говорят, читают на русском языке. Родной забывается. Ну а почему было редактирование? Дело в том, что видите, язык все-таки уходит, какие бы ни были попытки его сохранить, если его нет применения, такого постоянного применения каждый день, да, то, естественно, он немножко забывается, и поэтому нынешнее поколение, оно не в должной степени владеет языком, чтобы можно было им какой-то такой, вот, такой труд сложный прочитать. Поэтому вот редакция, рассчитанная на людей, знающих родной язык, но не говорящих на нем. Наталья Завалишина приступила к работе не сразу. Ей с коллегами, представителями других малочисленных народов, пришлось пройти богословские курсы в Институте перевода Библии. Рядом с ней основы веры постигали чукчанка, адыгейка, агайцы. Несмотря на то, что женщина всего лишь редактировала ранний перевод, труд оказался тяжелым. Я знаю родной язык, я на нем говорю, и неплохо на нем говорю, и... Но одно дело разговорная речь в быту, да, а другое дело, когда ты, пусть даже не переводишь, а редактируешь, все равно мне недостаточно было знаний моего языка самого. Я так понимаю, это когда читаю это, насколько вот это лексически богатое это произведение, но еще философски очень глубокое, да, и самое главное, надо было найти... Ну, наиболее четко, наиболее правильно доносивший смысл вот этих строк, да? Мне не хватало слов, честно говоря. И вот этим со словарем родного языка с ним практически жила. Мы в день по 4, по 5 часов работали.
ежедневно, для того, чтобы найти нужное слово, да, для того, чтобы как-то выстроить фразу. В ней содержится Евангелие от Луки в двух текстах – на русском языке и на нанайском языке. Вот эта традиция параллельных переводов, она старая, древняя, еще из третьего века известно, что делались переводы параллельные, где как бы был текст на еврейском языке, на греческом, где можно было сравнивать, да, то есть слова. Также были переводы Библии и на, соответственно, греческом, на латинском языке с параллельным переводом и так далее. Если человек свой родной язык плохо знает, он может обращаться к русскому тексту. Кстати, прежде чем перевод выпустить в свет, его, так сказать, протестировали. По Хабаровскому краю ездили к старейшинам, людям, которые уже в возрасте. А да? Какие поселки? Мы были в селу Найхин. Встречались там с семьей Бельдея Николая Чинчковича. Где мы работали в селе Дада, с жителями села разговаривали на нанайском языке. Здесь же мы встречались в Хабаровске с нашими ветеранами, в доме ветерана. То есть, ну, например, проверяли, насколько читабельно, насколько это понятно. Часть книг руководитель миссионерского отдела епархии передал в Центр культуры малочисленных коренных народов Бури. Здесь, кстати, недавно открыта нанайская часовня. Отец Сафроний дал тем, кто служит здесь, особое благословение. Совершение молебна немного читать из этого Евангелия именно на нанайском языке. То есть будет читаться и на славянском языке, и на нанайском. И, соответственно, эта книга, она не только будет для чтения, она будет участвовать в... Эти слова будут ваш перевод, который вы помогли сделать, да? Он будет участвовать в совершении молитвы. Он мне сказал, чтобы служить и по-нанайски читать. Так что мне придется это делать. Вот, как бы, так сказать, взять на себя и это, и эту миссию. Но для того, чтобы читать, я всегда говорю, нужно еще и знать нанайский язык. Для того, чтобы знать, нужно вот прочитать, у меня набор вот таких вот учебников по нанайскому языку. Эта нанайская часовня носит имя святителя Иннокентия Московского Вениаминова. Святой ученый, лингвист, изобретатель, научил аборигенов ремеслам, создал для местных народностей азбука, составил учебники. Он же переводил книги Священного Писания на языки местных народов. Попало, да, то есть святитель Иннокентий, он же тоже переводил, как бы я рассказывал. Да, да. Вот, это что... первый перевод его. На нанайский, да? Да. Он переводил, именно он. Ну, он участвовал. Он участвовал, да, в переводе, да, да. На народу, как бы на. Но они переводили Евангелие от Матфея. А, от Матфея. Аборигены почитают святителя Иннокентия до сих пор. Так недавно они обратились к властям с просьбой назвать улицу в честь него. Теперь участок за Спасо-Преображенским собором носит имя апостола Дальнего Востока. Для этого директору некоммерческого общества «Дети и взрослые» пришлось немало потрудиться. Альбина Долган работала с историческими источниками, ездила в экспедиции по местам, связанным с жизнью епископа. Он был и ученым. Он был и первопроходцем, он был путешественником, он был сподвижником графа Муравьева-Амурского. И у нас на территории вот нынешнего Дальнего Востока, российского, святитель работал более 25 лет. И показал себя не только вот в этой своей ипостаси, он еще и проводил исследования лингвистические. Он работал с местным населением коренным. И многое вложил для того, чтобы местные народы вошли в русскую, в Россию, да, мирным путем. И те труды, которые они вместе понесли, наверное, мало кто может сейчас повторить, потому что эти территории, благодаря их усердию, были присоединены к России. И сейчас то богатство, которым мы пользуемся, и недры, вот, и это... Прекрасная земля принадлежит Российской Федерации благодаря, конечно, этим нашим подвижникам. Это пример для всей нашей молодежи сегодняшней. Именно с таких людей, которые прирастали нашему отечеству, давали новые возможности, новые территории. Вот с таких и нужно брать пример, с таких нужно, наверное, о таких нужно снимать и фильмы, о таких нужно писать книги, и чтобы это были духовные маяки для нашей
молодежи, для нашего подрастающего поколения, потому что сегодня они дети, а завтра они народ. И от того, как, кому мы вручим нашу землю, вот так и будет будущее нашей России. За его труды по географии, по изучению животного, морского мира, он стал членом Академии наук до того времени. Также он был одним из тех людей, кто поддерживал светское государство, да, вот нас, нашу русскую империю, когда настали тяжелые времена, когда сюда приплыли англичане, да, во время русско-турецкой войны бомбили Петропавловск-Камчатск, он лично находился в крепости, молился за наше воинство, молился за нашу государственность. Еще в царское время при освоении Дальнего Востока вместе с казаками и первопроходцами шли священники, которые строили часовни, строили храмы и занимались окормлением русских людей, которые, да, здесь поселялись, и в том числе несли свет веры Христовой в местные коренные народы. Мы знаем, что народы охотно принимали православную веру, да, были, которые как бы более так относились умеренно, вот, а особенно народы, как, да, нанайской национальности, да, они принимали веру, и священники даже не имея как бы так быстро возможность построить храм, они служили просто в юртах, ходили, крестили детей. Вот, и даже, допустим, если взять туда подальше, да, на Дальний Восток, к примеру, возле Камчатки у нас и острова находятся, да, Курильские. Так вот, известно, даже до революции там из островов алеуты писали письмо священнику, что вы были на том острове, а нас не посетили, а у нас много детей, которых надо покрестить. То есть они, понимая важность как бы крещения, уже обращались сами к священникам о том, что надо им совершить церковные службы над ними. Это было все распространено, просто как бы в советское время, конечно же, деятельность церковная, она была ограничена, но и с распадом Советского Союза, да, с началом самостоятельной нашей, вот, развитие страны, мы имеем такую возможность как бы и развиваться в церковном направлении. Священниками, которые ту веру, которую они несли, проповеди Евангелия, они хотели донести народам на их родном языке. Поэтому они положили такую основу в создании как раз и словарей, и письменности, и в том числе как раз в понимании вот, Слова Божьего. Для того, чтобы объяснить аборигенам Евангелие, русским миссионерам приходилось применять особые подходы. В прежние времена местные народности не ели хлеб, и при переводе молитвы «Отче наш» святитель Иннокентий это слово заменил на слово «рыба». Интересно, священники говорили людям и об истинном Боге. Но они объясняли вот, коренным народам, конечно, о том, что вот это обряды, да, они служат для чего? Сами даже как бы коренные народы объясняли, что они умилостивляют злых духов. То есть вот это вся, если выразиться, ну, большинство, по крайней мере, всех вот этих традиций, они направлены, чтобы умилостить злых духов. А как раз священники объясняли, а мы проповедуем доброго Бога, который как раз сотворил небо и землю, сотворил все. И объясняли, и удивлялись, кстати, об этом пишет как раз и святитель Иннокентий, о том, что в большинстве фактически всех народов, вот именно Сибири и Дальнего Востока, есть понимание некого высшего Бога. То есть вот тут мелкие, да, такие божки, которым они там ставят, да, приносят приношения, чтобы как бы все у них было хорошо. Но есть некий великий Бог, который над всеми и всеми правит. Так вот, священники, узнавая эту такую как бы традицию, они говорили, мы вам проповедуем как раз вот этого великого Бога. Вот отсюда и многие как бы принимали веру, становились православными. Даже известно, что до революции были и священники из коренных малочисленных народов. Вот здесь вот на Вольском написано, вот он титульный лист, Евангелие от Матфея, Хонг-Гукуль-Пичха-Матфейди. От Матфея святое благовествование на гольском языке.
перевел его на Гольский, ну, на Нанайский по-современному, да, Прокопий Протодиаконов, миссионер, который работал на Нижнем Амуре. Этот труд миссионера находится в редком фонде Краевой научной библиотеки. Перевод Евангелия от Матфея был сделан в XIX веке. Книга хранится при определенных условиях температуры, влажности. Взять ее в руки может тот, кто имеет специальный доступ, например, трудясь над научной работой. А вот это Евангелие от Луки прочитать смогут многие жители края. Часть книг на нанайском языке миссионерский отдел епархии отправит в национальные села. Также бесплатно, как и отдал в центр Бури. Конечно, востребованность в этих книгах есть, потому что они будут распространяться в национальные поселки, в национальные культурные центры, где как раз и будут читаться людьми, которые знают и свой родной язык, и русский язык знают. Поэтому это будет все применяться, читаться и узнавать как бы о Боге, о Христе. Разговаривая с Богом, так говорите. Боа салуела чинеби, бо аминпу. Выпущено и мобильное приложение «Евангелие» на нанайском языке. В нем звучит голос Маргариты Завалишиной. Она надеется, труд послужит тому, чтобы ее народ вновь полюбил свой язык. Сохранение сохранено уже, ну, даже в какой-то степени даже развития, наверное. Угу, да, столько сохранений. Уже в стадию развития надо переходить, правда? Нанайцы, устаревшие гульды, это коренной малочисленный народ Дальнего Востока. Проживают по берегам Амура и его притоков, а также в Китае. Большинство представителей, 12 тысяч, находятся в России. Без малого 5 тысяч из них на территории Хабаровского края. Среди нанайцев много выдающихся людей. Так известны Дурсу Зала, проводник Арсеньева в экспедициях, писатель Григорий Ходжер, певец Кала Бельды. Прославились гольды и героями Великой Отечественной войны.